Департамент по чрезвычайным ситуациям Ангистауской области сообщает, что 4 июля в 2 часа 10 минут по времени Астаны на телефон управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о землетрясении в Актау длительностью около 30-40 секунд. Департаментом в ходе выяснения обстоятельств получено подтверждение о том, сейсмологическое опытно-методическая экспедиция, что произошло землетрясение магнитудой 2-3 балла в городе Актау. Очаг землетрясения находился в 268 километрах от Актау на Каспийском море, магнитуды 5,8 балла на глубине 65 километров. Разрушенных зданий и пострадавших жителей нет. Уважаемые жители и гости города Актау, просим вас не верить ложной информации в социальных сетях. Официальную информацию вы можете узнать на сайте департамента и учреждения сейсмологической экспериментальной методической экспедиции.